Сегодня 5 июня 2022 года. Наблюдаю за этим растением. Дважды его пересаживала. Вот снова это растение. Совсем недавно я пересадила, осмотрела корешки и оставила тот же грунт. Но потом, проанализировав запах, поняла, что грунт плохой. Сегодня 11 мая. И вот есть положительный результат. Видите, сколько росточков новых дало это растение. Старые листья, начинающие желтеть, я убрала. И вот такой результат. Это радует. Буду наблюдать. Все обрезанные черенки были установлены в воду. Смотрю, пошли новые росточки. И сейчас проверю корешки. Эти какие замечательные. Значит, не нравился грунт. О, чудесные. Но оставлю еще, пусть дают хорошие корешочки. И потом уже посажу. Пока рановато. Помните, я говорила, что надо, чтобы 4-5 сантиметров были корешки. Но вот тут вот есть подгнивший. Поэтому его надо убрать. Вообще это не он. Это, по-моему, от традисканции. Но если видно гниение, лучше промыть все эти корешки и не всю воду удалять, а половину воды вылить и добавить новую воду. Почему половину? Тут уже есть фитогормоны. Растение само их начало вырабатывать. А если дадим новую воду, свежую, будет не тот абсолютно результат. И вот тут смотрю, тоже замечательные корешочки. Так что иду промывать и немного, слегка-слегка поменяю воду. Чудо!